программа «25-й час». Самые заметные события прошедшего понедельника, его герои, конечно, мнение тех, кто причастен к самым громким новостям. С вами Алексей Фролов. Одна из главных новостей минувшего понедельника. В Екатеринбурге схвачено несколько членов Исламского государства, запрещенного в России. ФСБ провела спецоперацию, арестовав 7 человек, граждан России и стран Центральной Азии. Известно, что они планировали теракты в Москве, Санкт-Петербурге, в городах Урала. Заправлял этой группировкой гражданин Турции. Прошли обыски по месту жительства задержанных. Обнаружена лаборатория по изготовлению бомб и весь набор, что используют террористы. Взрывчатые вещества, детонаторы, огнестрельное оружие, граната, экстремистская литература. План у боевиков был такой: устроив теракты, немедленно покинуть территорию России и перебраться в Сирию, примкнув к террористам. Уголовные дела сразу по 3 статьям: теракт, незаконный оборот оружия, хранение взрывчатых веществ. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал всех задержанных на 2 месяца.